Друзья, разрешите продемонстрировать вам старый индийский способ развески различных афиш на различные стены. Способ этот заключается в наклеивании таким образом, чтобы не было видно скотча, и ваша листовка либо афиша выглядела наиболее эстетичным образом. Итак, берем скотч. Скотч я отрываю зубами. Происходит элементарно быстро. Дальше необходимо из кусочка скотча сделать трубочку. Таким образом скотч получается двухсторонним. Сделали одну. Сделали вторую. Получается две таких баранки. Я хотел приклеить карту Стамбула на стену. С обратной стороны приклеиваю на углы баранки. И все, что остается, это приложить карту к стене. Придавливаем в места, где у нас скотч. Вуаля!